Получить жилье в новостройке. Кого не порадует такое событие? Однако пенсионерка Валентина Иващенок восторга не испытала. Пожилая женщина жалуется на плохое состояние квартиры и высокий для нее четвертый этаж. Говорит, покинуть жилье для нее настоящее испытание. Просит городские власти выделить другую квартиру, расположенную ниже. На первом этаже можно и на втором. И все. Чтоб я могла выходить. Я же не выхожу. Вот раз 5-6 выходила, и все. Выйду на балкон, это же не выход с положения. Администрацию города нельзя обвинить в бездействии. По словам главы Александра Харунова, жилье выделили в срочном порядке, учитывая возраст и условия проживания пожилой женщины. Валентине Иващенок предоставили все имеющиеся у города варианты, от которых пенсионерка отказалась. Мы ей предложили, Айонского 26, мы ей предложили, она отказалась. Значит, у нас была квартира по рабочей 3А на первом этаже, она тоже отказалась. Мы предложили на микрорайоне Северный, категорический отказ, потому что далеко от города, понятно, больница, всевозможные вещи, да, человек пожилой, поэтому, скажем так, у нас появилась возможность, и, скажем, жилищный отдел, специалисты предложили ей квартиру по Чапаева 51А. Вопрос с переселением остается открытым. Понятно, что пожилому человеку не по силам четвертый этаж в доме без лифта. Но других вариантов пока нет. Власти Ленска обещают принять меры, чтобы Валентина Максимовна на себе почувствовала, что такое комфортная городская среда. Роман Токмаков, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край».